Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Тебя за руль пустил! Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Ты мою машину разбила? Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда! Я предупреждал. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами? Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... Готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты
Ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросят. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, курьер. До встречи. Thank you.
Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Давай, заходи! Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Смотри там поосторожнее.
Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клементе. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. У них ладно, пушки. Наш выход. У них пушки. Вон там, в том окне. Герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, поплыли. Хо-хо, это все, что ты можешь. Прикрой, уйди. Ты что это творишь, а, Джо? Я пить хочу. Клевую выпивку попробую. Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вот и они! Прикрой меня, Вита! Унесет! Прикрой меня! Ты в порядке? Держись! Вылезай, трусливая крыса!
меня, Витя! Как у нас хотелось с тобой ссориться? Живее, Витя! А то жердяй уйдет! Ты первый, Витя! Ты же у нас, блин, герой войны! Вперед, мы прикроем! Мы идем за тобой, жердяй! Прикрой меня, Витя! Будь начеку, Витя! Прикрой, уйди! Ухода, пока у нас патроны не кончились! И это все из-за меня порадует! Я только попал! Черт! Осторожно! Ты крой, уйди! Ты в порядке? Что такое было? Я захожу! Прикрой меня! А ты сядет, чертов злака сгорит дотла! Пропадет! Стреляешь, как моя сестра! Герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Прикрой меня, Вита. Ухода, пока у нас патроны. Ладно, пошел, пошел. Будь начеку, Вита. Пойди его. Вот, черт. Осторожно. И это вообще меня порадует. Какой был? Попал. А теперь взять еще два и взять за два. Только пузла пропадет. Вита, мы идем или как? Давай, двигай. Прикрой меня, Вита. Обернулся. Ладно, Вита, поплыли. И это все, чем меня порадует? Я попал. Не подходи ко мне. Не трогай меня. Открой меня, Вита. Чего, Вита? И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Ты в порядке? Держись! Хватит уже палить! Я и так сдохну половину! Герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Я захожу. Прикрой меня. Прикрой, прикрой, уйди. Покажи мне страх, а? Ты все салага. Ты в порядке? Такое было. А
Никита, мы идем или как? Давай, двигай! Я захожу! Стреляй! Да, дожди! Ты что это творишь, а, Джо? Я бить хочу. Клевую выпивку попробую. Идем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вот и они! Я захожу! Ладно, видно, поплывем. Всех сторон. Живее, свинка наверху. Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климена. Все! Все! Ах ты гнида позорная! Сука! Генри, ты в порядке? Ладно. Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелило. Да ладно тебе, даже близко не попал. Не надо. Эй, осторожнее. Я не хочу умирать. Все гребаное заведение разваливается. Стреляй! Еще не обделай! Боже.
Черт! Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. А? О! И что стало с тем парнем в кино? Помер. Господи, ты будешь хуже моей бабушки. Будешь продолжать в том же духе, и я лету. Вита! Ты совсем умом тронулся! Вита, дави на газ! Генри там потеет, как шлюха в церкви! Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты! Штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль Греко? Врач он. Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, Кейн. Не понимаю, чего в больницу ты не поехал? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что, Лидерка, ребят вроде нас видят часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Лидерка. А тебе все как на собаке заживает. Ну, давай, Вита, такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Грека через минуту. Я уже чую аромат сублаки. Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Господи, ты водишь хуже моей бабушки. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль Греко? Врач он. Ты ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, Кейн. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что, Эль Греко, ребят вроде нас видят часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. Тебе все как на собаке заживает. О! Будешь продолжать в том же духе, и Генри труп. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Грека через минуту. Я уже чую аромат сублаки. Вита, дави на газ! Генри там потеет, как шлюха в церкви. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты!
Давай, Вита, такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Вита, вон тот дом, прямо перед ним. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Подиги, за нами должок. Несите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно.